Касым-Жомарт Токаев поздравил Марселу Ребелу де Соузу с переизбранием на пост президента Португалии. В своей телеграмме глава государства отметил, что победа на выборах – это свидетельство доверия народа к политику и его курсу. Токаев пожелал достижения новых высот и выразил уверенность, что совместные усилия будут направлены на дальнейшее развитие традиционной дружбы, содержательного политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Португалией. Глава государства также пожелал успехов председательству Португальской Республики в Совете Европейского Союза.